В рейтинге итальянской мафии неаполитанская камора занимает почетное третье место сразу после калабрийской мафии и сицилийской Коза Ностра. Но по кровожадности и беспределу камора безусловный лидер. На ее счету десятки тысяч смертей. Несмотря на активную борьбу государства с мафией вообще, и каморой в частности, неаполитанская братва по-прежнему очень сильна. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Это главное правило выживания жителей Неаполя и всей провинции Кампания. Иначе неминуемая смерть. Камору боятся и ненавидят, каморой восхищаются и беспрекословно служат ей, каждый миг рискуя потерять жизнь. Бедствие национального масштаба, именно так можно охарактеризовать неаполитанскую камору, борьба с которой ведется с переменным успехом не одно столетие. В отличие от той же сицилийской Коза Ностра, имеющей четкую структуру, стройную иерархию и жесткую дисциплину, неаполитанская камора на протяжении веков была и остается неорганизованной, неуправляемой и совершенно дикой. В то время как ее влияние давно уже вышло за пределы Неаполя и провинции Кампания, распространившись по всей Италии и всему миру, масштаб преступной деятельности каморы не имеет аналогов в Европе.